Жили Дорониной всего 12 лет, а за ее плечами уже более десятка всероссийских и международных конкурсов. Девочка – участница проекта «Голос Дети 2», лауреат международного конкурса «Роза ветров», а теперь еще и победитель международного конкурса «Старвей» в Нижнем Новгороде. Анжела стала лауреатом первой степени сразу в 5 номинациях – современная музыка, ретро, патриотическая, эстрадные песни и композиции на английском языке. Ребенок очень понравился, так как они неоднократно ее приглашали в Москву. И вот когда узнали, что она 17 числа приедет в Москву, ее пригласили снова выступить на этом конкурсе. На международном конкурсе «Старвей» в Москве девочка во второй раз стала лауреатом первой степени и привезла домой главный приз чемпионата. Потом я поехала на концерт «Wednesday». Там я встретила очень много друзей из «Голоса», пообщалась, выступила, получила кучу хороших эмоций. Несмотря на свой юный возраст, Анжелика уже точно знает, что хочет получить от жизни. Девочка строит грандиозные планы на будущее. Одна из главных целей – представить нашу страну на Евровидении. Я хочу стать знаменитой певицей, чтобы меня очень многие люди знали, чтобы я дарила людям радость, и им это очень сильно нравилось. Сейчас юная певица работает над очередным проектом, детали которого пока держит в тайне. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.